Так, для тех, кто смотрит в записи, у нас второй день Overwatch'а, игра уже вышла, и в преддверии специального мероприятия, посвященного старту продаж, насколько я понимаю, у нас в гостях Кулер, он же Антон Синьгов. Я посмотрел в Википедии список твоих достижений, скроллить долго, приятно, конечно, комментировать и смотреть на игру профессионала. А как ты хочешь, в каком режиме поиграть? Там есть аркада, есть быстрая, собственно. Вот я думал, ты в аркадку поигрываешь, нет? Да, мне абсолютно без разницы. Я построюсь, короче говоря. Поэтому выбираешь, что тебе больше нравится. А ты стрим от себя запускать будешь? Ну, нет, я его буквально недавно уже выключил и Ну да, думаю, я видел, ты что днем. бредово получится, что если я его опять запущу. Вот, поэтому сейчас давай с тобой, в общем, Окей, хорошо. погуляем. Так, что-то я не туда зашел. Покинуть матч. Нам же нужно в группу с тобой. О, ну у тебя все. Ты много играешь в Overwatch? Очень. Ну давай тогда, коротенечко, базовые вопросы. Любимые персонажи? Интересный вопрос. Генжи, Макри, Винстон, Заря, Джанкрат. Ну, пока все. А Фара? Или она скучная? Фара очень специфический персонаж. Очень специфический. Она только с Мерси по факту. Ну, скажем так, на том уровне, на котором как бы мы играем, там только с Мерси и своя специфика, короче, так. Ракеты совершенно как бы отличаются от Квейка, поэтому там как бы в Квейке это ОП по факту как бы ракета считается, а Фара здесь нифига не ОП со своими ракетами. А потому что она не контроль, ну, физика другая, ты имеешь в виду, что она не отталкивает, нельзя на 2-3 на рокета посадить Но человека. здесь дистанции совершенно другие, то есть здесь физика совершенно отличается. Соответственно, здесь совершенно как бы по-другому вообще все. Ну, скажем так, Фара это такой, знаешь, для меня персонаж нейтральный, скажем так, то есть ни горячо, ни холодно. Как бы. Но, скажем так, не лежит у меня прям душа конкретно к Фаре. Да, вот сейчас как раз и телек за это самое услышали пацаны в чатике. Сейчас я сделаю кулеру погромче, не беспокойтесь, уже сделал. Так, ну ладно. Так. По вот киберспортивной составляющей Overwatch, это глупый вопрос. На мой взгляд, просто если игра будет популярна, то все равно будет довольно высокий уровень, особенно в топе. Но как ты думаешь, все-таки у игры задел под киберспорт какой? Ну, собственно говоря, как я вижу вообще эту тенденцию, я считаю, что Blizzard, они ориентируются в данном случае где-то на Valve. Вот. И я считаю, что у них будет концепция примерно такая же, как у Valve. Вот. А что такое Valve на сегодняшний день? Это вот прям конкретная связка киберспорт и не киберспорт, то есть имеется в виду, ну, прибыль, да, монетизация. Вот, соответственно, я так думаю, что Blizzard, они прямо конкретно сейчас уже ощутили, скажем так, просадку по поводу доли рынка, которую они потеряли за последние годы, поэтому они сейчас, естественно, как бы будут как-то пытаться наращивать обороты, чтобы это все дело вернуть, отбить. Вот. Соответственно, я думаю, что они примерно будут делать все так же, как это делает Valve, что касается, ну, киберспортивной части. Вот, соответственно, они должны киберспорт прям конкретно пушить и развивать для того, чтобы, соответственно, обратную связь и, ну, и свою прибыль какую-то из этого получать. Мое видение. Ну, я понял, да. Скорее всего, Как такие бы, это планы у не них и догма, есть. понятное дело, но тем не менее, мое видение. Плюс я последние годы как бы тоже в геймдеве проработал. Вот, поэтому.
Ну, есть какое-то такое представление, есть какая-то там инсайдерская информация там, и прочая фигня, которую, если сопоставить, то, в принципе, можно сделать вывод, что киберспорт в Overwatch в ближайшие год-два точно будет, и причем такой прям конкретный. Вот так. Давай играть. У меня не активна кнопка играть, видимо, из-за того, что ты группу создал. По итогу быстрая игра или аркада? Давай, что хочешь, вообще все равно. Окей, fast game, погнали. А кем ты работал и где? Ну, я работал в дочерней компании Mail.ly. Работал, ну, я там, в принципе, много функций выполнял, но если так... В общем, то это Project Manager и Community Manager. По какой игре? В каком проекте? Dirty Bomb, если ты что-нибудь вообще такое слышал. Что-то слышал, но не видел. А сейчас где работаешь? Сейчас нигде не работаю. Ясно. Так, там уже снайпить стараются пацаны. Не знаю я их, сейчас будем... Знакомые никнеймы читать. Так, хорошо. Давай тогда какую-нибудь связку из героев, чтобы мы с тобой на пару бегали, уничтожали. Например, там Заря плюс Джанкрет или... Ну, Фары, понятно, что не очень хочется. Что там ты называл, у тебя есть... Любимая. Что по ДПСить можно? Ну, понятно, Джанк въехать может в стяжку, в этот, в Зарину. Можешь Макри, например. Короче, выбирай ты лучших персонажей, а я бы тебя подстроил. О, я с удовольствием за Зарю сыграю. Просто давай. Вот, мне нравится, кстати. Рейнхард у нас есть, Заря у нас есть. Две Дзиньяты. Это сарказм пошел у тебя, да? Нет, я на полном серьезе. Как а, хорошо, два танка для штурма, отлично. Ну, вообще, скажем так, эта мета одна из таких вот ключевых вот на сегодняшний день в профессиональном Overwatch. Это два саппорта, два керри и два танка, соответственно. Mm-hmm. Два по два. А вот раньше вроде, когда ты щит на Рейнхарта кидаешь, он своим щитом блочил, то есть Заря не заряжалась от щита. Если мне память не изменяет. Это пофиксили вроде как. Или изначально так было. Подожди, ты не помнишь? Не понял. Рейнхард стоит со щитом, стандартная тема. Заходит на точку, Заря на него кидает щит. Если у него щит свой стоит, то теперь щит Зари заряжается. Раньше такого не было. Суть в том, что щит Зари заряжается исключительно только в том случае, если проходит дамаг. Ну да. Соответственно, если Рейнхард стоит со своим щитом, то по нему не может как бы извне дамаг проходить. Соответственно, вот как бы и не регает. А вот он проходит, смотри, заряжается. То есть щит выпирает Зари относительно Рейнхартовского щита. Ну, короче, ладно. А, все, я понял. Да-да-да. Ну, хорошо. Ну, ты попробуй тогда это. Ну, скорее нет, чем да, на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не думаю, что щит Зари как бы выпирает защиту Рейнхарда. Да-да-да, и... скорее всего, так и есть. Немножко выпирает. Так, а ты Макри. Убил там снайпера уже, я вижу. А я успел отдаться. Ну окей, я тебя встречу тогда. Да. Главное, не умирай. О, ничего себе. Тебе аптечка. Ну погнали. Погнали направо-право. Окей, право-право. Через длину. На зигзаге. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот-вот-вот, спереди. О-о-о! Что-то разбежались они все шустренько так. Сталкивает Люси. Я на точке, не знаю, что ловлю здесь, правда. Ко мне сейчас стянутся, скорее всего. О! Так. Что случилось? Ну, я был рядом по факту, да, но мне прилетела ракетка неприятная. У тебя Black Hole вообще сколько процентов? Да, половинка только. Угу. Сейчас настреляем потихоньку. Ну смотри, у наших там очень много на самом деле уже ульт, поэтому сейчас нам просто надо вместе зайти, всем прям вместе конкретно.
Ты там живешь еще? Да, живу. Стягивайся прям в основную. Угу. Я заряжаю ульту. Будет минус пара. Пара минус, да. Заходим под ульту Дзена. Там снипа пикает аккуратно. Нефес нуля. Ах ты, смотри какая. Прокатил. Хорош, хорош, хорош. Пара пол хп красная. Минус. Снайпер там на все еще настреливает. Я возьму ее на себя там. Ангел сваливает. Я уже не свалил. Ну первую точку. Да, да, я на вторую уже попал, я понял. Меня встречаются. Учитывая то, что на мероприятии будут люди, которые максимум 3 дня будут играть в игру на консолях, как ты думаешь, какой там уровень будет у них? И как нам это все дело комментировать? Сейчас могу стянуть под ульту. Я уже это сам отстрелялся, да? Поэтому пока не надо ульту. Ну, если хочешь, конечно, максимально эффективно. Ну да, 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 я так, понял. А так можешь он с парой. А пара тоже уже отъехал. Ох там. О, вроде защит, заходит защит. Уже. Да, 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 защит, вставай просто и погнали. Куда гоним? Где все? Ну, вообще нам надо заходить на точку, по факту. Ну, там просто они как-то так расположились сверху, нам просто сюда не попасть. Бархоу есть до сих пор? Да-да-да. Я тебе скажу, когда кидай. Зря умер. Там фара настреляла, будь здоров. Я снова в строю. Я захватываю объект. Кто со мной? Ну там должно быть весело. Я как бы тут тусуюсь у них на базе, бегаю. Там все подходят уже сзади. Ульта готова. Блэкхол закидываю, как будешь готов. Я закидываю, закидываю. Да нет никого, куда закидывать. Да. Ну как увидишь там это, заходи на точку. Да, я да, тут, да. Я тут. Прячусь, короче, сижу. Ёпрессетэм. Сори. Да ничего. Да, в меня джанг въехал. А я не успел shift прожать. По звуку не сориентировался. Смотри. О, минус 4. Ну все, я даже не добегу до точки, видимо. Ладно. Не, а там еще сражение идет у вас. Да мы тут это, да, боремся как-то. Хорошо. Но уже все. Беда. Я постараюсь побыстрее в следующий раз на ульту накопить и ее кинуть в конце концов. А то ведь это не дело. А это сейчас меня убьют. Она сверху залетает. А, нет, не здесь. Рокеты. Почему кулер с двумя буквами L? Потому что так правильно. Стянул, пишет Спонж Боб. Ну я старался, ждал, все дела. Да они еще на точке, заходишь, там никого нет. Они на самом деле есть, по разным сторонам стоят. Для Зарея это не очень хорошо. Это из Квейка, кулер. Да, это он. Из третьего. И четвертого. Меня все время спрашивают, здесь очень часто на пабликах, типа, один из таких основных вопросов это... Real? Quake Cooler? А, да. Я пишу Q3 или Q4. Так, выбирай персонажа. О, Джанкратик. Оборона же.
Кулер же старый уже, говорит псайчик. Ну, кажется, 29 сейчас. Это ты информацию уже это проработал? Я помню, что на год или на два ты помладше будешь. Поэтому... Сколько с тебя? 29. 29, отлично. Да, так это старенькие уже все. Вы думаете, мы тут в игрушки играем? Все серьезно. А ты сейчас на стримах, получается, зарабатываешь, да? Или нет? Нет, совершенно нет, ни в коем случае. Ты в команде какой-то? И, ну, то есть, ну, если ты сейчас не работаешь, конечно. А в какой ты команде? Пока что как бы не было анонса, поэтому информация еще такая, она немножко это закрытая, поэтому если можно, я пока это... Да, без проблем. Оставлю это за кадром. Угу. Вот. Но планы, судя по всему, есть на Overwatch в плане профессиональном, да? Ну, вообще да, на самом деле хотелось бы попробовать, чисто как бы так, чтобы для себя понять вообще. Куда мы можем с этим делом приплыть? Ох, у нас трейсерка здесь. Сзади, под входом. Я ее наказал. Так, 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 так. Ты там где? Я иду, помогу, помогу, помогу. Я Блин, там снайпер. Они уже втроем на точке. Там покайтил его немножко, этого Райнхарта, но... Снайпер уже на позиции. Рокский с кулер, говорит Фидель. Нет, нет. Скорее маус, у меня ассоциируется кулер с маузами. В первую очередь. Смотри, как я уже знаешь, что это? Что вроде ESVC, QuakeCon, это ты же все под маузами выигрывал, да? Нет, как раз таки ESVC, нет. Это было до мауза, потому что это был 2003, 2005, 2007, по-моему. Это было очень давно. Я не особо прям конкретно помню, когда я к маузам присоединился. Так, снипал в окошке, короче, центральный вход слева. И ты туда полетел. Я понял. Заходит слева. Ну, я отъехал, сейчас респа быстренько прибегу. Так, у нас вообще с метра, по факту, должен был быть телепорт. Было, его уничтожили уже. Понятно. Ничего себе там. Ёпарасы, там снайпер настреливает реально очень хорошо. Сдали. Валим. Чуть-чуть до аптечки не добежал. Спиной прям чуял спасение. Привет, бобр, я уже хотел удалять Варик, решил посмотреть, стрим идет или нет. И вот, ну вот так вот Варик жив остался. Я не пойму логику твою, Wolf Dark. Как бы включил стрим, тут как бы далеко не Warcraft. Зачем ты его планировал удалять? Warcraft жив. Два Райнхарта свалились. Друг за дружкой. Нам долго сидеть на этой точке придется. Ты героя... А, ты своего Генджи взял. Слушай, ты видел этот... синематик?
по Генджи и Ханзо. Да, мне это вообще очень понравилось. Это вообще. Да. Правда, Ханзо какой-то не сдержанный. Генджи пограмотнее оказался. Но умеют они делать. Так, я все с левого полностью все возьму. Да, там к тебе еще. Там очень много. Да? Очень много. Меня вообще скинул по итогу этот негр. Люцо. Окей. Вау. Вот обращайся. Правда, я умер, но как бы ачивку дали. Миша, ты пойдешь на фильм Warcraft? Да, да. Я видел, что уже там отзывы не очень лицеприятные по этому поводу, но событие историческое, поэтому в любом случае пойду. Кто там пошел? О! Так, у нас беда. Это не очень. Не факт, что мы эту точку в итоге сможем вернуть. Мы не успеем просто уже. У нас минус 4 или минус 5 было. Да. Ну, бывает. Сливаем. Но при этом, по-моему, там из разряда у половины из наших были эти ульты. Mm. Как на ивент попасть, в который ты коните будешь? Кажется, он закрытый. Ах, наслаждение! И там свалились кто. Кого не такой крик. Эхом. Ой, приятно, приятно. То ты знаешь, я в какие-нибудь там Dark Souls играю, в героев. Потом в экшен заходишь. И, ну, жанр вообще другой. То есть ты уже забываешь. Нужно как-то там стараться, что-то выцеливать. Хотя в Overwatch есть герои, которым не нужно целиться. И это хорошо. На консолях можно поиграть. Зажал кнопку на Винстоне. Прыгнул. И профит. А ты, Макри, наверное, уважаешь в первую очередь из-за Эйма? Или из-за чего? Не то чтобы за Эйма, за то, что он, как сказать, очень много вносит, очень много у него. Ну, инкам вообще очень жесткий. Uh-huh. Ага. Ну и, скажем так, он за счет того, что на нем очень технично можно отыгрывать, он в принципе OP считается. Uh-huh. Ну, по факту, да, он же любую дуэль по-хорошему выигрывает. То есть, если ты попадаешь Ешкой, человек, в общем-то, труп, если это не танк, у которого больше 400 хп. Ну да, Макри — это один из тех героев, который, в принципе, контрит вообще весь спектр героев игры, по факту. Ну, только снайпер, наверное, уже никак. Ну, никто не отменял два хедшота плюс доджинг какой-нибудь на длинной дистанции. Угу. А сколько с хедшота снимает он? Ну, там больше 100. Угу, ясно. Так, против нас играет товарищ с никнеймом Фархим. Смотри, вот есть он. Да. Его, если увидишь, сразу убивай. Вот прям сразу убивай, не щади его. Почему? Потому что он засранец. Чатик в курсе. Так. Он тебя напрягал? Да. Он любит снайперить, а когда выигрывает, ставит пеку. Чатик, понимаешь? Это бесит просто. Окей, ладно. Если он за снайпера играет, то я им займусь. Специально для тебя. Спасибо большое, я буду очень признателен. Порадуюсь.
Так, ты у нас за Зарю. Так, ты у нас второй танк. Угу, все понял. Я могу поменять, еще не поздно. Есть 40 секунд. Нет, не надо. Я за что люблю Генджи? Это за то, что он, скажем так, самый независимый вообще персонаж. Угу. На Рипера и похож в этом плане, этом... наверное. Нет. В чем суть? В том, что он крайне мобильный. Угу. Очень быстрый, очень мобильный, как бы, и очень независимый. То есть сам по себе может. А то сколько у него с шифта урон, когда он бросается и режет? Очень мало, очень мало. Угу. 30, по-моему. Его тоже вроде резали, там раньше ОП был. Кажется. Ладно, поехали. Хости 2009 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Громко, Хости, не надо. Майкер, привет. Привет. Главный точка, точка, хф, точка, 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 Миша, СПС еще раз за F5 очень помог. А то мучался как нубас. Так, короче, надо будет, я сделал тебя погромче, и в результате браузер тоже стал громче. Я этот момент не учел. И вот в результате вот такая вот... Твой паркинг заходит на верх, на центральный мост. У нас там... Он за Родхога играет. Ой. Черт. За кого играет Фаркин сейчас? А, за Турбосвинал. Окей. О, Резуректик подъехал. Блин, что я так щит-то юзаю без неграмотным. Блин, больно. Ой, там турелька третьего левела уже. Дамажит. Так, сейчас надо быстро поменять звук еще. Секунду. Матрешки. Готов. Пацаны, донатим там в чате сразу провокация. Все в порядке. А что это Фаркин здесь? Ну, они доехали уже до точки, соответственно. Наглец. Но, вообще он наглеет очень жестко. Видишь, у него и турбос... Там два турбосвина. Кто из них настоящий? Кого нужно убивать, кого можно пощадить? Ой, там туреточка навешивает, будь осторожен. Прям на этом. Так, турель минус. Не-не-не-не-нет. Закидывай. Снайпер. Что сделать? Вот пол закидывай, как только у тебя там будет возможность. Хорошо, да. Сейчас, подожди. О, тянет. Я могу не выжить, хотя ангел спасает. На тачку закидывай. Там на тачке никого нет. А, ну тогда жди, когда будет момент, кидай. Сейчас Зарю надо убить еще. Молодцы. Там турель у них. Минус турель. Угу. И снайпер. Ты тоже увлекаешься, кажись. У нас да все на точке. Не особо за это переживаю, потому что Генжи, он, грубо говоря, там за несколько секунд он опять будет. Ну, он очень мобильный. Угу. Поэтому я могу себе позволить, типа, там, далеко уйти, потому что вот я уже на машине. Так что закидывай. Да, я сейчас с респа прибегу и буду готов сразу прям. Тебя не резнули? Нет. Ну, кидай, в общем, выходи и кидай. Выхожу, кидаем. Кидаем. Одного только вообще забрал. Блин. Да 5.25. Что ж такое? О, ангел, спасибо. Давай,
Ясно, ясно. Снайпер сверху. Сзади фархим. Ну, я их очень два турбосвина. Держал. Они только-только в машине подходят. Так, фархима унизили просто. Я за тобой. Фита там нет? Ага. Хорош. Хорош. Всех разложили, в общем, машина стоит. Я тебе помогу. Боюсь, это уже не актуально. О, резуректик. Щит, да, щит? Дал. Ага, спасибо. Скоро ульта будет. Пару секунд. Не-не-не-не-не-не. Есть. Да. Столько свиней у них в команде. А с кем Миша играет, говорит, Team Midbuy. С Коулером. А кто у вас в тиме, кстати? Ну так, в если не в тиме, то в постоянных. Ну, из известных сайтов. Остальные для Good Game Community, я думаю, будут вряд ли. Тебя Black Hole закидываю на машину, Black Hole? Хорошо, закидываю. Ну, почти на машину, ты знаешь. Мне угол помешал. И все остальные вообще были далеко. Прям далеко очень. Да ладно. Ой. Ангел у нас грамотный. Прям все лечит. Есть подозрение, что да, Фархем обошел сбоку. Снайпер слева тоже. Едут они, едут. Две свиньи с зарей. Бом-бом. Я снова в строю. Ну, красный свин. Ультуем. Так, минута 15. Все враги убиты? Это где вы там их порезали? Ну, на тачке почти. Я пойду похамлю чуть-чуть. Ловим. Блин, ну, конечно, тяжеловато немножко играть за Гензи против двух свинов, потому что хуки... Ваншот? Ну, по факту, да. То есть, по факту, как бы, турбосвин, он контрит Гензи. Сюда!
Но этот Фартин, конечно, такой везучий. Постоянно в таких моментах оказывается. Так, надо выигрывать, Миш. Не могу не согласиться. Блин. Нет. Короче, держитесь, я скоро приду. У Фархима пунктик меня убивать. Не зря. О, это минус 3. Держимся. Последние секунды. Идите сюда, пацаны. Собираемся. Да, уже не обязательно это было делать. Ну ладно. И ты там вбуриваешься. Вообще Генджи с Зарё тоже, да? То есть ты там врезаешься, режешь. Ну ульта стакается вообще. А с удара хорошо. Сколько снимается? У тебя соточка. Сейчас минус 3 будет. Опа! Ну, я там в других ситуациях. Угу. У меня 12 тысяч дэмэдж почти. Ну, выиграли, это самое главное. Да. Ну, кстати, Фархим неплохо играет на турбосвине. Не знаю, как за снайпер, но на турбосвине более-менее, да, так. Еще играем? Да, конечно. Там ты жалеешь, что от тебя стрима нет. Я, в принципе... Ну, я сегодня что... чуть ли не весь день, наверное, стримил. Там с какими-то перерывами, но тем не менее. То есть я очень сегодня плотно так... Как тебе эта карта, кстати? Ну, не очень, если да. Сейчас. Не лежит у меня душа. А любимая карта какая? King's Row, Голливуд. Ну, это из, соответственно, пейлаудов. А из King of the Hill это Lijiang. Ну, наверное, все. А, еще Гибралтар, кстати, мне тоже очень нравится. В общем, я не люблю яркие карты, вот, которые прям такие, знаешь, светлые, там, с солнцем, вот эта вот тема. Не очень, я потемнее чуть-чуть, или вот нейтральное такое освещение. Ты Гибралтар вроде же с солнцем, если защищаешься. Ну, там один момент. Солнце, да, на одной из точек. Так, в целом она карта темная, по факту. Нгана Ив. Судя по всему, да, Антон собирается попробовать. То есть он уже отвечал на этот вопрос. На профессиональной сцене. Тяжело, конечно, найти 6 единомышленников, вернее 5 единомышленников. Но мы что-нибудь придумаем. Ну, как бы по факту, не знаю, в десятку, наверное, мира мы сейчас точно уже входим. Так а состав какой? Или это секрет тоже? Ну, у нас состав это микс из квакеров и Team Fortress. Да, я помню, задавал этот вопрос. Опа, здравствуйте, я вышел, сразу хедшот. А, может не хедшот, просто под... А сколько баф этой ангела дает по урону? Ну, там до 200 доходит. Ну, в процентах имеется в виду. 30. А. Да ё-моё, какой-то хаос тут. На респе встречают. Ну вот опять про агента не спросил. Агент там есть? Нет. У нас с агентом, в принципе-то, не очень сейчас. Ну, раз ты 4 раза слова нет сказал, значит. Пара прибыла. Ну и насколько я знаю, агенты не играют по факту вообще в Overwatch. Тем более так плотно, как это надо.
как-то больно. Все разобрали, получается. Не знаю, там какое-то мясо дикое вообще, просто дичайшее. Слабился я раньше времени. Все на меня рассчитывают. Там Сайфер будет инфа 94%. Ну да, Сайфер же точно будет. Я думал, что просто... Думаю, что просто человек хотел услышать никнеймы конкретные. Герои, восстаньте! Застаньте! Не жалейтесь! Берите поп! Они возвращаются! О. Да ё-моё. Трейсерка бешеная. А трейсер на среди профессиональных игроков не напрягает? Точка Дучк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Просто решил занять эфир своим бесполезным сообщением. Да, красавчик. Ска мои бегов в Старкрафт. Немножко букрафт для фуга. Да, один из таких. Детеры, элита. Важно. Еще фу. И еще фу. Дотеры элиты, говоришь? Ну фиг знает. Элита, да. Да, это он. Что он говорит? Мана-мана? Мада-мада. Там снайпер так снимает. На это вижу. Надо щит разбить. По возможности. Ой. Бывает. Сейчас мы с ними разберемся. Ген же сверху. Идет тебе навстречу. Я с респа иду. Он прям... Ну, он был... Справа, короче, сверху, я понял. Так, а что у нас здесь происходит вообще? Снайпер. Да ё-моё! В голову так неприятно получать прям. Прям в голову. И снова с респа бежать. О! А груз-то едет, оказывается. Там на последней точке будет сложновато. Ай. Я думал, закончился уже ультимейт. Закрат с крыши с мамой. Спроси кулера про Doom 4, есть ли шансы на киберспортивную. Ты играл, смотрел на Doom? Да, смотрел. Насчет киберспорта здесь как бы, все будет зависеть, как всегда, от разработчиков, по факту, от издателя. Так-то у игры, естественно, потенциал есть киберспортивный. Никто с этим не спорит. Не
Ой. Ай. Да. Не прорваться что-то. Хорошо. Добро. Тут двоих убили, снайпера и ангела. Красавчик рядышком. Да что ж он постоянно в меня ультует? Торнхард? Да. Уже третью ульту персональную выделяет. Может, это тоже Фархим? Нет. Фархим за нас, оказывается, играет. Так, у нас минута осталась, Миш. Что делать? Ну, подойти к машине, так. Кооперироваться и наказать. Ну, я вижу там три трупа, один человек живой. Не, ну вообще против нас играют такие, как бы, это ребята, я их знаю. Да? Да, то есть они... Для паблика они весьма как бы неплохие. Поэтому нам тяжеловато здесь быть. Но мы попробуем. Ну я понял, хорошо. Ой, там бастион сверху стреляет. Я вижу тебя. Зря, наверное, я так сделал. Я вроде тебе не помешал там. Ну, скорее всего, мы уже эту карту отдали. Это да. Это да. Вовремя поставленный бастион, кстати. Подрешивает. Времени уже нет подготовиться. 4-3 килса сделан. Так, а кто там крутится один? Как ты думаешь? Ладно. Переживем как-нибудь. А чего у кулера стрим офлайн? Понеслась. Повторяющиеся такие вопросы. Он сегодня стримил целый... Ты же вообще регулярно стримишь, насколько я понимаю. Ну, относительно. Днем была трансляция и... Как он настрелял, а? Как он настрелял напоследок. А завтра премьера Warcraft, оказывается. Патик, ты об этой премьере спрашиваешь? Ага, ясно. Не, мы пока не планировали, но может сходим. Да я послышал уже. А, в Message of the Day ссылка на твой стрим. То есть мы думали, что ты стримить будешь. Сейчас я удалю тогда. Вот так вот. Дезинформировали общественность. Честь, по факту. Ну, если это не сложно, лишним-то не будет. Хотя бы там на часик, на оставшийся. Как контрить бастиона, спроси. Слушайте, ну это уже не тот бастион, что был раньше. Фарой, снайпером, трейсеркой. Кем там еще? Запустил Генжи. Запустил я стрим. Я удалил уже все. Сейчас. Сейчас все будет. Так, ну вы знаете, в общем, какой адрес. Channel Cooler или на Твиче, соответственно. А тебя наши модераторы все-таки из-за нецензурной лексики извели, получается, да? Они не то, что меня извели, они мне просто вздохнуть не дали.
Бедный несчастный. Ясно. Что же делать? Да, у нас изменения скоро будут. О, JLJJ, тоже русский товарищ, который неплохо весьма играет. У нас будет стрим по сайту, ориентировочно в пятницу вечером. Такая инсайдерская информация. И на GoodGame будут разрешены стримы с нецензурной лексикой. Это будет важное событие в жизни сайта. Поменяемся к лучшему. Так. О, Фархем за нас. Фархем, если ты слышишь, ну, во-первых, ты нубас. Второй, я на тебя щит буду кидать. Что? Что? А что, вы не слышали, что ли? У нас уже неделя работы идет, подготовительная. Съезжаю с ГГ, ливаем, парни. Нас предали. Все, все понеслось. А я еще за слово почил, с респа только бегу. Прости, пожалуйста. А вас там уже двое трупов. Фархем, не отдавайся. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Все, я прибежал, 4 трупа лежит. Ну, я пятый, в общем-то. Ну, я свои 140 урона, между прочим, нанес. 140? А какого героя ты хотел убить со 140 урона? Нет, ну это спам. То есть это... Ну, меня вообще снайпер как бы пикнул, так, знаешь, издалека-издалека таким полом. Это нечестно, я считаю. Так. Что делать? Ну, плюс как бы тут макака, блин, против меня взята. Угу. Макак контрит ген же. А Генжи не отражает, соответственно, чейнлинг, да, вот это вот? Нет. Атака. И у Зари, скорее всего, тоже не отражает этот шафту. Так, вражеский Генжи минус. Вот, я сейчас спину попробую зайти. Давай их зажмем. Можешь зайти прямо на них в лицо? Да. Захожу. Минус Снипа. Иду за Мерсом. Минус Мерс. А, тут обезьяны бешеные. Скинет же. Блин, я знаю, как это происходит. Я падал в Dark Souls, нет! Почему героев не меняют в течение матча? Иногда меняем. Я лично, если честно, не... Ну, меняю периодически, но не парюсь главным образом. Да-да-да. У нас и смайлик гравитации есть. Что, опять трупы? Ах, черт! Не хватило. Заходит. Фархему там темную. Ты пока ульту не трать. Я жду. Да, я дам тебе знать, когда я буду готов. Синхронайт. Окей. Хорошо. Главное мне не умереть при этом еще. Я готов. Там у меня проблема. 3 хп, блин. Ааа, беда. Этот мут жесткий тип. Говорят в чатике. Я ничего особенного. Посмотрим в конце сколько. А, кстати, да. Унизил. У тебя ульта есть еще? Есть. Ну, в принципе, закидывай. Ну, они... После щита. Опять, тут они все разбегаются, понимаешь, все разбегаются. Мы выиграли драку по итогу. Короче, смотри по ситуации. То хорошо. Есть, если видишь, типа, там больше двух людей, так. Того, собрать кучу, то как бы кидай. Понял. Не надо время ждать, потому что ты за это время уже бы несколько ульт по итогу на юрту. Согласен, есть у меня такой грех.
экономлю. Это у всех есть такая тема. Ах ты скот! Залбай, кто он? Все попадает, да? Все попадает. Blizzard Pro спрашивает, взял бы ты меня в патио. Я бы всех взял в патио. Но сегодня... Сегодня надо с Антоном поговорить, спецом. Сегодня особенный день. Да что я нажал? Господи, я кнопку перепутал. Капец, это я такое дно просто. Ты бы видел этот, эту ситуацию. А что место... Варкрафт на Ку? Что еще раз? На Ку Варкрафт есть бин какой-нибудь? Конечно, у меня Ку, В, Е, это перебинженные кастом кис. Постоянно. Виспов строишь там. Спылы используешь. В этом проблема. Наверное. И толкает. Куда ты? Как? Не успел. Как можно по КМ и Q перепутать? Вообще Shift я хотел нажать. Shift, Shift, чтобы щит поставить. Хин. Ну как бы да, их тоже сложно перепутать. О, мут опять уничтожает. Отбились кое-как. Рипер сверху подходит. Можешь уйти за машину? Ёпры с этим. Уже нет, наверное. Да, высовываюсь я зря, надо контролировать, кто где вообще. Не только по врагам, но и по своим. Иначе не успеваешь. Бери бастиона, Миша, говорят. Да нет, я уже почти на ульту накопил, ты что? Ай! Короче, я косячу. Надо практики больше. Ну вы сколько играешь в среднем? И по бете, и по после релиза. Ну, по бете больше, наверное. Ну, я, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, я не смотрел. После релиза? Надо посмотреть, кстати. 14 часов после релиза у тебя сколько? А где это посмотреть, я не знаю. Escape, игровой профиль. Пам-п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 ам 5 часов. Ну, считай, я в 3 раза больше отыграл. После релиза. Не знаю, много это или мало, сам уже сиди. Семнадцать часов. Фархим опять пекусовый ставит, непонятно. На все эмоции. Не переживай сильно, вы же не турнир отыгрываете. Ну как? Надо же стараться. Надо стараться. Вот одна из твоих карт. Угу. Она была вроде одной из самых первых, когда только появился доступ к игре. Так я отойду на 5 секунд. Ну давай, главное к атаке вернуться. О, Бендер еще здесь. Бендер, как попал вообще Бендер в тиму? Ничего себе. Ну ладно. Атака. Атака. Атака, атака. Фархим против нас, Джоул Джей тоже. Мут против. Блин, нифига себе там товарищи серьезные. Здесь красиво. Где мы теперь, солдаты? Универсальный смайл более-менее ироничный. Понятно. А как ты грусть покажешь? Это перекатывающаяся пека или обычная пека?
как сострадание, например, или негодование, недовольство. Это все пекло у тебя? О, браток еще здесь. Здравствуй, Паш. ФП стрим сегодня был. Да, еще аспирант джонится. Короче, все уже здесь. Фархем твой против нас, любимый. Да, да. Там еще вот этот мут из прошлой и Джевел Джиджи. Тоже неплохой. Ну, тем интереснее, окей. Да. Так, Фархим отъехал. Снайпер отъехал. Турель сверху, справа наверху. Блин, ну. Нет, что-то солдата не хочу. Солдата, солдата, танк один. Че брать, че брать, че брать, че брать. От меня никто не скрывает. Ну че я сделаю, блин? Там я вытащил, турель меня просто. О, там наверху целая. А где все мои-то? Я не могу понять, почему я все время один тусуюсь. Ну, тебя это не касается. Да, 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 я на своей волне, короче. Нет, я говорю про РНК. О. Птичка, птичка, блин. Надо спиной чувствовать, куда отступать всегда. Четко знать, где аптечка, где не аптечка. Это только практикой достигается. Короче, я тачку обжал вообще просто. Толкай, толкай ее, толкай. Где турель? Вижу турель. Ой, там нарезка пошла. Добрось. Не отцепил, Фархим убил. Когда у тебя остается типа мало хп, и он хук свой кидает. А, да-да, там минорный вообще урон. Вот он меня цепью, короче, хлестанул. По спине. Забавно умирать от цепочки. Блин, ну они так встали опять. Широко они встали. Что, блин, просто так не мне это, не прикопаться. Мое это. Это Фархим. Сейчас еще на тебя ульту потратил. Не, ну нормально все у него. Ну, это его право. Есть ультимейт, могу заехать. Взорваться. Ну окей, запускай его куда-нибудь там. Над машиной или в машину, как тебе там удобно. Не знаю там, куда он приземлится. Ой, он действует на себя. Я не знал. Ну ладно, я хотел посмотреть на взрыв. Ну посмотрел. Вражеская турель.
Сзади Генджи у вас под ультой с лоу хп вообще. Да, снайпер там жесткий. У тебя, кстати, автонастройка микрофона стоит, что если ты не говоришь, он автоматически усиливается. Это так. Что значит? Это надо опцию потом будет отключить. В... Это где, в скайпе или где? Скорее всего, да, автонастройка звука в скайпе. Ну, я сейчас тогда сделала. Не, можешь просто говорить периодически. Он не должен повышать до конского состояния. Да, ну тихо только. А ты этот откуда? Короче, что делать? Что делать? Как выигрывать? Скажи. Сейчас скажу. О, так, хорошо. Так, сейчас я посмотрю, что у нас по пикам. Нормально. Там снайпер этот. Надо за щитом, наверное, держаться просто. Чтобы у него было поменьше целей. Не знаю, по мне просто, когда идет фокус... Щит не рубил-то. Меня из отряда бьет, он сразу по 4 человека. Мне вообще крайне тяжело. Ну да, хпшечки это там не так много героям. Все, мы выходим, короче, тогда на машину. Все, мы вышли. Крутые девы не смотрят на взрывы. Ну там, короче, ладно, не важно. Сейчас просто главное находиться за каким-то укрытием, чтобы все было хорошо. Что, они точку отдают тут вот, просто, да? Не знаю, у них то ли фетиш, то ли что, как бы они тупо на меня бросаются, как только они меня видят. А там конференция в скайпе на 6 человек, специально для тебя. Не исключено, не исключено, потому что вот я сейчас только что на снайпера накинулся, просто там, знаешь, сразу как будто это дали кол и как эти, первятники, короче, набежали. Угу. Гиены, я бы сказал. На льва. Сзади, 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 аккуратно. Какой же он... У меня 2 хп осталось, это не мусор. Давайте доставим его. Вообще, я за снайпером пошел. Снайпер минус. Бастион справа вверху разложился. Ох, да, я понял. Только сейчас понял, о чем речь. Я уже на ногах. Но уже он ушел, либо его сняли. Опять с непанным отступ центральным, я опять за ней пошел. А как мне не нравится тут? Бастион сзади. Сверху сзади настреливает, капец. Тут и хилки-то нет. Ну я вроде тут порешал ребятишек. Помогу, помогу. Давай, давай, на машину, давай, давай. Да, 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 да. Ульта есть, кстати. Давай тоже, Миш, кидай. Блин, был только Рипер, который улетел. Спец, провал. Рипер ультует. Все в щит.
судя по всему, зашло. Молоко, конечно, молоко. Зарев. Ульта. О. Фархим взял Райнхартом. Ну куда ты? Ну не надо, Фархим. Черт. Снайпер сзади, там где бастион был, стреливает. Но там груз уже вот-вот-вот-вот-вот вообще уже близко. У нас минута осталась. Для того, чтобы его дотолкать. Спроси у кулера лучший герой среди каждого класса, по мнению. По-твоему. Хилка нужна вообще очень сильно. Бендер, ты можешь как-то это? Воу, там два бастиона за этим, за... Капец, как пробивать это? Сейчас решим вопрос. А, боже мой, как это, конечно? Ужасно. Там такой шквальный огонь. Хорошо, хорошо, хорошо! Ой, хорошо! Там сзади еще один упырь был. Где он? Бастион раскладывается. Да ежишь. Вот это было здорово. А ну, щиты да, кто снял там у этих двух этих Райнхартов? Как-то ну, они я, разу. Я ультанул на спину, короче. А, ну сейчас его и покажут, судя по всему. Там нет, дамага. Не, этот момент будет. Другой. Я тут засаду. А может и этот. Вот он, да. Уааа! Ой-ой-ой-ой-ой! Капец. Вот жалко, не показывают еще, знаешь, количественно, сколько урона было нанесено. Там, наверное, в тысячи влетает уже. Там все по ним как бы вкусили их. То есть там вообще тонны. Как в дотке, знаешь, с этим, с распределением, кто сколько внес и какой способностью. А то, когда замес начинается, 5 на 5... Хочется какой-то анализ после этих 15 секунд посмотреть. Есть похожая тема. Если ты кусочки видишь, кто там что, но хотелось бы более точную инфу. И тут я поняла, что я нубасина, пишет Тей. Да, у меня тоже есть неловкое чувство такое, когда... Да, ну практика нужна, практика. И желательно опыт в шутерах. Перед ультой кулера ваш Айнхард сбил всех с ног. Он после ульты кулера сбил с ног. То есть нарезочка началась до... Нет, там все было как бы... Как сказать? Так. Очень, очень последовательно и очень... Короче, все зависело... Так, в общем, там суть в том, что типа, я сначала вырезаю снайпера, который потенциально бы, грубо говоря, фокусил бы меня же, если бы я изначально сразу бы шифтанулся бы туда прям на тачку. Вот, за счет того, что я шифтанулся им в спину, на меня, типа, короче, развернулись. И испугались. Ну, то есть, как бы сумбур начался. Из-за этого снялись щиты. Из-за того, что снялись щиты рейнхардовские, наш Рейнхард ультанул, и про ним ульта Рейнхарда нашего прошла. То есть там как бы все очень... Она не проходит, если щит стоит? Не, она лучит. То есть там да, тогда... все взаимосвязано было, и так вот последовательно и четко, что, собственно, как бы и исход вы видели. Так, ты успеешь героя кликнуть? Да. Пошел. Все было по таймингам, пишет Кейс и ставит смайлик слоупока. Окей. Так, я, короче, взял Макри по возможности, меня этот трекери, и по возможности на меня щиты по кулдауну, пожалуйста. Я буду рядом с тобой сейчас. Давай лево-лево пойдем. Лево-лево. Дай щит. Угу. Я не вижу просто, кроме фары, никого тут. А, вижу. Уже увидел. Отходи, отходи, отходи. Да, там сбивают. А тут заря еще. Пойдем Родхогу убьем. Сзади заря. Трейсерка здесь.
Блин, я не могу попасть. Я тоже не уйду, скорее всего. Три хита, ё-моё. Три хита, Карл. Как похорошело-то, а? Я там, флешка моя. Там зарю давай с двух сторон. А, ты ультовал? Ну, я на нее потратил ульту, но мне не жалко. А на Фархим? Фархим зашел за тобой, спектатор. Тебя и более подробно изучил. Угу. Страды палец. Подстроиться, чтобы потом еще больше под тебя. Да, я сзади тебя, я сзади тебя. Пойдем право, право, Миш. Рипер где-то шумит. Ну красный, красный, красный. Рипер снизу. Я красный тоже. А, ты красный. Там ангел рядышком. Я ульту прое, как говорит. Пора сверху. Минус. Справа, кажется, рипер. Сзади рипер. Ах ты. Где он там ходит? Он ультить, возможно, будет. Спрятался. Рейстер убью. Нет, не убью. Сейчас. Да, есть. Давай запустим, вот ты ультанешь. Хорошо. Нет. Запускай. Да не в кого. Вот. Как обычно, в общем. Гендер, можешь подхилить? Заря слева одна. Рез. Раз слева, заря здесь. Бендер, можешь резать? А, окей. Не Бендер, а Бендер. Бендера тут не поддерживает. Окей, принял. Он обидится, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Он, наверное, стрим слышит, сейчас ржет. 99%! 99%! Такое часто, кстати, бывает. А вы уже все, да? Судя по всему... Нет. Да. Готов ультовать, готов, ё-моё! Ультуй, ё-моё! Чё-то не зашло. Ты играешь еще в Dirty Bomb? Dirty Bomb. Не, не играю. Я снова в строю. Ты мне качай дамаг. Не хп, а дэмэдж. Дэмэдж качай. Дэмэдж качай, когда у меня фул. Или он меня не слышит, блин? Слышит, слышит, то подожди секунд 6. Я говорю, когда у меня фул хп, ты мне дэмэдж качай. Как бы смысл, ты меня хилишь, стоишь. Как бы. А дэмэдж ты мне даешь, я бы убивал еще быстрее. Стрим с ульты. Я захватываю объект. Нужна помощь. Что-то фигово ультанул, говорит Петр. Я думал, что это уже последние товарищи. То есть нам нужно было там буквально пару секунд. Да все, уже выиграли. Ясно, окей. Бендер. Он в честь футурамовского робота, наверняка.
Бендер, тебя называть Бендер или Бендер? Бендер, Бендер. Смерть всем человекам. Я не Петр, говорит, то самое. Да у вас ники просто, пацаны, в чате красные у модераторов. И быстро считывать не удается. Кто-то кто самый, кто-то Петр. Сори. Как рванули-то вперед. Заря закидывает. О, какой фарш, а? А где птичка? Я сожрал ее, да? При этом все равно не помогло. Прошлись катком. Уничтожили. Остап Бендер. Да не, не, нет. Кажется, у него в скайпе даже аватарка Бендера из Футурамы, поэтому Остап Бендер вряд ли имеет отношение к происхождению никнейма. Так, минус 2. Хорошо, хорошо. Но точку захватили они. Стоять! Качай мне буст это, дамага. Дамага качай, маус 2. Маус 2? Ай, ну конечно. Умеет тут свиньи цеплять крюками, чтобы падали людям. Обидно. Миша в FPS вообще днище, говорит Гайлфул. Кто бы спорил? Кто бы спорил? Практика нужна, понимаешь? В свое время мы начинали с двух сетевых игр. С первого Старкрафта и со второй Кваки. В Кваку мне получалось лучше! На Q2 даем один. Ой. Но потом пришел Warcraft. Но если это самое, у тебя есть какие-то претензии, я готов с тобой долечку сыграть. Ну, бас. Миш, давай ульту это, заходи. Да-да-да, я готов. Я хочу скорее это. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Даю. Ну вот тебе два человека. Нет? Ну нет, так нет. Это какая-то шляпа, если честно, вышла. Да не говори. Что, мы проиграли, что ли? Вот как так получается? Трейсерку убили, а раунд проиграли. Ну... Это риторический вопрос. Я сливал на протяжении всей катки просто. Ладно. Прорвемся. Это тот самый кулер? Судя по всему, да. По крайней мере, он убивает людей. Не всегда, конечно. Но убивает. Кулер, как тебе попа Трейсер? Вообще, как тебе игровой дизайн? Давай более общий такой вопрос. Понятно, что это казуальная такая большая часть. В Кваке RPG вперед. Если, скажем так, на нормальных настройках графики можно играть, то есть позволяет... конфа, то все очень круто. Ну, по крайней мере, как бы мой субъективный взгляд, что это вообще чуть ли не шедевр, как бы. Там, ну, у меня так FPS просели маленько. Зря похвалил. Понятно. Так, Ханзо. Так,
так. Это грязь просто. Так. Что-то мне это не нравится, если сейчас не тенденция это. Заря заходит. О-о-о, сзади. Надо на точку заходить. Ну, как освобожусь, так сразу прям. Там минус 3 сейчас сделали. Ульта есть. Их там двое вроде, поэтому... Ой, герои. Да ёпперсете! Так хорошо вроде было все. На ультой меня цепанул, скотина. У красавчика есть фраза, он обращается к трейсер, говорит, можно потрогать тебя за попу, а ты отвечает только через мой труп. Воу. Это шутка с подтекстом вообще. Ну ладно. Мы как вообще там? Не знаю, вроде крутимся рядом, но 90% уже. Главное не супан. А, я за тобой. Такой провал просто. Ну здесь Винстоны, кстати, с Лю все хорошо решают. То есть тут столько способов скинуть людей. Одно удовольствие. Блин, ну я настрелял из разряда 40 фрагов и очень много дэмэджа дал. Неплохо. Чётенько так. Раз, два, три. Да, кстати, у тебя настройки графики какие? Минимальные, максимальные? Она вроде сильно не различается на самом деле. Так вот прям разительно, как в той же Квакин. На каких еще настройках раз. Играешь? На каких настройках играешь? Ну, графики. Опять же таки, у меня видео такая весьма слабенькая, поэтому приходится играть на минималках почти. Вот. А у тебя? С видеокартой повезло, по умолчанию настройки и все, и стрим тянет, и игра. Ну, на самом деле разница между там, высоким, средним и низким, она не такая заметная на глаз, как там в Старкрафте, в том же самом. Что за уровни дают? Дают контейнеры за уровни, и в рейтинговых играх, ну, в смысле, наверное, соперников посильнее. В плане матчмейкинга. Ну, а в контейнерах всякие граффити, жесты, косметика, в общем, не влияющая на баланс. Повезло с видеокартой, лакер. Да, я как раз вот на Mail.ru-шное мероприятие, на которое я тоже еду в эти выходные, MSI-ную карточку купил за хорошие деньги. И еще бонусов сверху там навалили ковриков, мышек, стилсериевских. Так что мне повезло. Не иначе. Атаковать. Приготовьтесь атаковать. Беру дефенсного героя сразу же. Что вы там устраиваете? Оп. Понятно. А что тогда кулер имел в виду, когда говорил про конфиг? Что тонко настраивается? Ну, можно настроить там разную синцу под каждого персонажа, разные прицелы, цвет прицела, то есть фов. Фов можно настроить? Графики это не касается, да, фов настраивается. Не знал.
Что-то я зря так вышел. Бендера взяли, а Фархема нет. Да он сам приджойнился каким-то образом, видимо, через друзей. Эксплуатирует, в общем, возможность игры. А Фархем, я уже говорил, он жопа. Как бы тут... Что тут? Я сопровождаю круг. Есть ульта, если что. Блин. Там нет скоплений серьезных врагов. Блин, вот знал, что сам... Снайперы классные. А кто лучше всего? Все-таки Дива, да? Контрит снайпера. Мы узнаем ответы на этот вопрос. Еще раз вопрос. Кто лучше контрит снайпера? Лучше всего Винстон, макака. Да? А если не допрыгнуть? Ну, если не допрыгнет, то очень быстро обкадаешься, а вообще как бы надо допрыгивать. Понял. Да что ж он там... Отмечен. Ладно, заходим. Спасибо. Дали вообще Торнбьерн с этими туралями. Ну, короче, мне конец, да? Я тоже так и задыкал. Я сделал тебя потише просто, потому так. Что на стриме пишут, что типа ты очень громкий. А, я понял, да. И да. Получилось, знаешь, подчеркивание, Бендер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Не, Бендер. Набери в скайпе, ты уже равно. Куда в скайпе, ты что? Мы должны притереться, понимаешь, нам на мероприятие, нам нужно покомментировать вместе, привыкнуть. Да, у нас это творческий тандем тут это назревает, блин. Весь из голубя. Воу-воу-воу-воу-воу! Перегрев. Привет, Фавор. Привет всем, кто недавно приджойнился. Я вот коплю ульту, жалею ее. Набираю, жалею. Надо привыкать отстреливаться сразу, как только так сразу. Блин, как мне этот турель уже просто задрал, да. Вражеская турель уничтожена. Так, надо, короче, выбрать жертву. 200-хэповая меня интересует. Мы стреляем. Ну блин, ну конечно меня оттолкнут. Все вот это вот турель, конечно же, поставится, которая будет по мне стрелять. Впереди вражеская турель.
как меня заделал? Ну я же вообще совершенно был вне зоны видимости. Ты под защитой. Спасибо. Миш, ты тут? Да, я здесь. Почему наша машина не двигается? Уже долгое время. Ну вопрос, конечно, по существу. Но он, до нее надо дойти. Нас убивают. Миша, короче, стример Overwatch по сравнению с кулером, курит где-то в углу, говорит. Ну это да, это понятно. Давай зайдем, Миш. Да, да. Я иду уже, я вижу, вы толкаете. Я вижу, что у вас все хорошо уже. Где там мир? Где-то тут она была же. Там красавчик. Того. Вот опять он строит турель свою дус. Работа у него такая. И опять он ее строит. Ох, снайпер какой. Ты сучка. Отстой. Опять один заставил. Все-таки я ее резанул. Mm-hmm. Снайперша? Это отлично. Киллершу я резанул. Я ультую на эту. На туреточку там. Как раз перегрев. Может зайдет. Что-то не зашло, кажись. Почему не зашло? Не долетел? Не, она выжила, она переживает. Туретка переживает ульту. Вот это новости. Мне казалось, а ты уверен, там... что ты в нее запустил. Ну, я сомневался, а потом повтор показали. По повтору все ровненько. Сам Табьерн смотрел, как ульта проникала. Просто жесть, какой по мне фокус. О, минус 3. Добро. И, конечно же, надо именно колесо в меня запустить. Куда же еще-то можно поехать? Но они панику смотрят. Я тут этот, единственный. Так, а почему так? Воу-воу-воу. Почему так медленно едет машина? Почему никого нет на машине? Все здесь. Хорош. Да езжешь! Победа! Ульт Ханзони дамажит турель. What? Как не раб? Да не может, дамажит. Раньше дамажило. Попробуй стрелять чуть выше, тогда точно должен попасть и хедшот попрот. Да, 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 да. На дальней дистанции у Ханзо стрела. Как он настреливает, а еще там ангел накидывает. Почему ты не стримишь Gold Champion Series по Warcraft, там же Фоги играет? Потому что стримит Хавк, а мне на все не хватает. У меня только Dark Souls закончился позавчера. И вот второй день Overwatch. И Overwatch, как бы надо, игра вышла, и мероприятие, и в общем, как бы все... К этому склоняет. Что, кто исполняет? Нет, я говорю, все к этому располагает и склоняет. Да, да. А тебе ключик Близзарда выделили? Скажи честно. Ну, на бету ты имеешь? Не, на релиз. Нет, я купил. Опа. Понял. Ну ты отобьешь эти деньги, изи. На первом же турнире. Надеюсь. Так, говорят, теперь ты у меня тихо тут стал, да? Ну, хорошо. Да, в ВБСе там же. Туда-сюда.
Опять это шоссе 66. Но теперь за оборону будем играть. Ну это... Еще и это, ожидание, ждем. Кстати, эту опцию можно выключить. Говорят, что игра быстрее будет искаться. Скирмиш? Угу. Ну, я у себя отключил, но учитывая то, что мы в группе, как бы... Ну, это не разминка, это ожидание, это разные вещи. То есть в данном случае именно конкретно просто, типа, из-за нехватки игроков отвал прошел. Название мест на карте есть, как у кейсеров, типа девятка, двойка. Я, если честно, не знаю. Ну, наверняка есть какие-то темы. Но не слышал. Нормально, все, спасибо за стрим по Overwatch. Да, да. Я единственное, что начинаю ловить себя на мысли, что чем дольше играешь, тем больше ты молчишь. То есть тут как бы довольно сложно комментировать происходящее на экране. И... Спасает как раз, если у тебя тьма, и как бы все по делу. Говорят, когда какой-то диалог. Ну как, в общем, в дотке опять же. Приготовьтесь атаковать. Что там? А, Ханзо ульт doesn't damage dwarf turrets. Действительно, ульта в Ханзо не наносит урон. Туретком. Ты знал? А это всегда так было, или это они так пофиксили? 3 месяца назад. Ну, я помню, что в ранней точно закидывало, все разлеталось к чертям. И... Ну, видимо, поменяли. А я прям уже второй раз накидываю. Что на бастионы кидали, что на те туретки кидали. Так, хватит ли нам? Хватит. Давай так, ладно, Мэй. Фриз, игра мне нравится. То есть я, правда, в нее наигрался еще на этапе беты и переключался на другие игры. Но, в принципе, то, что хотели сделать, они сделали. То есть смесь... Ну, пытаться, видимо, занять нишу, охватить аудиторию игроков CSGO, ну, прежде всего Team Fortress, скорее всего, с харизматичными персонажами своей вселенной. То есть с мобо-эффектом таким. Ну и все на уровне. А-а-а! Ёпарас это. Выходишь просто, тебя снайпер встречает. В голову сразу минус 250 хп, без аутов. Просто вот. Все, ничего не сделать. Только инфу передать о том, что там снайпер кулеру. Чтобы он был готов. Потому что следом снайпер убил Бендера, а потом Антона. Ну, сейчас мы займемся вопросом. Так, ну... Вообще я ненавижу просто снайперов на этой карте. Да ё-моё. Типа отъехала. Ханза отъехал. Дальше у нас Ренхард по плану. Там туретка снизу. И ультует Табьерн. Бендер, ты вообще смотришь? Бендер, ты вообще смотришь, ты как вообще это? Ты видишь, что у меня 30 хп? 5 снайперов. Понятно, Бендер это. Не алё, короче. Во всем виноват саппорт. Ты в доту играл? Ну нет, но я понимаю о чем-то. Не, мы как бы хотя бы если в пати, как бы можно рассчитывать, чтобы у нас это... Это да. Между своими хотя бы приоритеты расставлялись. А то он лечит как бы всех, но не меня. Хотелось бы наоборот. Тут кипер на добавление запроса ставил. Могу, кстати, ультануть. Не знаю куда. Сейчас в кучу буду пытаться закидывать.
как подойдете. Да ё-моё! Снайпер бесит. Вот реально бесит. Хорош, репер. А в голову вдову на максимальный урон сколько наносит? С тела 150, правильно? Кстати, я не знаю, сколько при полном разогреве. У тебя есть информация, да, ведь наверняка? Кто, снипа? Да, сколько вдова сносит? 250. 250 в голову, да? Да. Понятно. То есть симметра как бы подрешивает в таком случае. Или армор какой-нибудь. Чтобы ваншота не было. Как он меня достает, я не понимаю. Такой рейндж просто нереальнейший какой-то. Господи. О, хорошо, в голову добил снайпера. Рейнхард отдался. Ой. Заморозочка пошла. Господи, ну умри. Ой, боже мой, там 3 хп. Там есть кто-то один, да? Мы отдаем. ГГшечка. Короче, сообщение от ты, Мишка, можно к вам просто хвостиком на пару каточек? Ты, я думаю, что... что нет. Потому что у нас будут претензии по качеству игры, если Антон еще сдерживает себя. Да. У меня иногда подгорает, но это в совсем редких случаях. Например, когда я стою с 30 хп, там, в течение 30 секунд рядом с Бендером. Ну ты и прости. А я же думаю, ну дай хилочку, ну да. Опять снайпер. Хоть голову сейчас не попал. Скотина, справа он кемперит. Да-да, я занялся вопросом. А кипер это тот самый кипер из Беларуси Квакер? Да. Да-да-да. Я узнаю. Он еще, кажется, в Warcraft немножко играл. Чуть-чуть. А, нет! Ах, дно просто. Как я ненавижу эти падения этого Люсио, блин, который... просто вот берет и по пачкам, по паре скидывает. Все, Миша, это залет. Что за залет? Я не понимаю, о чем ты, Максим. У меня как бы жена. Что еще это самое? Серьезно все? Будут вопросы задавать. Кто? Почему? А тут кипер зашел. Профессионал. Квакер. Вопросов никаких. О. Кулер тот самый или просто ник? Просто ник похож. Я уже устал просто отвечать на этот вопрос. Поэтому надо что-то новенькое. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Так, а где кто вообще? Понял. Вижу, ты полетел. Ну, они там все, короче, тусуются. И снипа их прикрывает. И... турелька у них стоит. Что делаем? Да. Снайп это ключевое у них там сейчас, товарищ. То есть мы ломимся на открытой местности, а он стреляет по нам, как по воробьям. Ну, я пошел. Они это... ну я им здесь ничего не предъявлю по факту, потому что их тут опять трое. Я попробую к снайперу зайти, конечно. Все, судя по всему, зашли к снайперу. Она умерла, нет? Да, я убил.
Я готов ультануть. Давай, туда на точку прям. Прям на точку. О, минус 2, отлично, минус 3 даже. Ах ты ж, смотри какая. Не понял. А, меня сработала эта фигня. Понятно. Что, мы точку захватили случайно? Зачем ты обидел Т? Я не специально. Нет, если серьезно, просто, ну, мы скоро заканчивать будем. Мы изначально планировали, что просто вдвоем поиграем. А вот то, что приджонились, это... Заходить? Да, да. Блин, да, а чё не засчитали, что я на этом, на точке уже стоял? Или сугроб не считается, если... Считается. Ну, иногда бывает, что не это. Не туда, не вовремя. Ну, а сейчас будет нарезка. Раз, хедшотик. Двас. Да, ладно, косяк. Ох! Просто хорош. Бобер без толстовки Overwatch'овской. Я, да, я в ней поеду на мероприятие. Клевая толстовочка. Стирается. Так, Бендер на меня обиделся по итогу. Там и ты могла обидеться. Взрослые люди. Что там? Ну это же нормально, что. Что там? Бендер обиделся, я говорю. Бендер, мы этого никогда не узнаем. О, теперь снайпер за нас. Ивел еще, это тот Ивел? Понятия не. А, да, вон с агентом они играют, кстати. Мне вообще можно любую чушь делать, судя по всему. Это вообще без разницы, абсолютно. Ну, я не думаю, что здесь есть это... Ну, как сказать, преимущество за счет них, потому что я думаю, что они до этого не особо играли. То, что у них в этом нет. Ну, они, по крайней мере, кнопки не путают и целятся точно. Да, но какой ценой? Должно быть. Насколько времени тебя хватит в этой игре? Я не знаю, надо челленджи какие-то поставить. Но в данный конкретный момент я хочу просто к мероприятию чуть получше подготовиться. Освежить в памяти героев, карты. И покомментировать с Антоном. Потому что там предстоит именно вместе. Кстати, там не будет же стрима еще. Это же все на записи этим блогерам разойдется. Чувствую, там будет такой фан. Люди, которые играют, ну, видеоблогеры, в какие-нибудь Майнкрафты, в казуальные темы, им дают игру на консоли 3 дня, и давайте турнирчик. Ну, не турнирчик, а такой шоу-матч. Будет ржака, короче, я думаю. Просто ржака. Боже мой, зачем турель-то брать? Что-то вообще мимо всем. Метка дракона. Ой-ой-ой-ой-ой. От меня никто. Ай-яй-яй-яй-яй. Выходит, что ты тренируешься? Нет, я не тренируюсь. Это не тренировки. Герои, восстаньте. Это так. For fun. Попроси Эвела и агента стрим запустить. Ну, понеслась. Сейчас стартанут.
Не, ну тем более мы уже тут. Я вижу глазами дракона. Ах ты скотина, а. Подчеркивание, Бендер поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. 1000 пришла. Фред женился. Сопортил как бог. А в ответ доженились какие-то. Да ну тебя, родной. Что? Приджонился. А че ты приджонился? Вообще. Приджонился, потом говорит, в скайп добавь. Ну ничего себе. Бендер, ну. Ну как так? И ладно бы ты Антоху лечил постоянно. Вопросов бы не было. Так еще и жалобы на тебя поступают. Миша, бери выше. Да-да-да. А чё профессионалы-то не тащат? Антон, как так? Жесть, 3 хп осталось у него. Просто жесть. Обнаружена вражеская турель. Вражеская турель уничтожена. Трое у меня в прицеле. Герои, восстаньте. Я вижу вражеская турель. Блин, ну конечно, вообще нет, не подойти к ним. Ой. Обнаружена вражеская турель. Просто жесть. Беда. Да, чатик там своей жизнью живет. Так, собрались. Ультимейт почти готов. Бендер поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Это кто это на меня жалуется? То есть ты стрим не слушал еще, Бендер? Мы там тебе говорили, кого лечить, куда бежать. Координация была на высочайшем уровне. А он не слушал, оказывается. То есть тебе все равно на команду, да? Решил нас игнорировать. Чего молчишь? Ловим. Не, никто. Это вообще никто. Они слева будут заходить. Там вместе с ангелом со всеми. Но снайпер работает хорошо. Прям пачками отстреливает. Одного за другим, одного за другим. От меня никто не скрывается. Тот, как покорялся за... Ой, да ладно. Черт возьми. А что надо убрать, чтобы поиск был быстрее? Ну, мне сказали, что нужно убрать разминку. Вот, ну и у меня было довольно мало матчей для того, чтобы проверить это на практике. Типа, работает или не работает. Грамотный перевод стрелок, и вот уже никто не обижен, на все виноваты. Я не знаю, о чем ты говоришь. Запомни твой аккаунт. Ладно, всем, да, там, засыпают уже. А сколько у нас времени, кстати? Ты уже, наверное, тоже? Времени 11:30. Ну, давай до 12 поиграем. Окей. Это уже... Я вижу незримое. Рассыпную. Герои, восстаньте! Ангел ресает. Враги возвращаются.
Оу. Сейчас застыну. 10 секунд. Ха! Блин, настрелять бы. Ё-моё, нет. Это не пойдет. Да, бывает. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Так. Так, а для чего я говорил? Чтобы ты набрал меня в скайп. Не чтобы я говорил, а чтобы вас слышать без задержки. Чудик. Неизвестный. Кто что-то написал-то? Непонятно. Ну ладно, спасибо за саппорт. Атакуем. Кого брать? Ну, за кого тебе больше всего? Вообще нравится. Любого выбирай. Любого. Абсолютно. Вообще любого. Вообще вот бери любого. Вообще любого бери. Да, любого. Абсолютно бери. Скажи мне, какого героя взять? Любого, я возьму. Ну, говори, кого брать. Винсон. Ну, хорошо. Ну давай, я тоже возьму, мы вдвоем с тобой прыгать. У тебя уровень вышел. 24-й. Серьезно. А какой левел максимальный у тебя был? Около 300-го. На бете. А сколько там матчей было? Ну, я не смотрел точно. Ну, там миллион всего, короче. Я много играл. Угу. Бендера даже персональный смайлик есть. Да, да. Лям матчи. Ну, это утрировано, конечно. Скорее всего, пару тысяч. Лучше вдову попросил. Я ненавижу вдову. Я стрелять не умею из нее. И сам герой мне бесит просто. Короче, Миш, прыгай, да. Говори таргет. Прыгаю. Таргет. Что, что за таргет? В смысле, какую цель берем? Ну, красавчик, он минус. Дальше. Там бастион или мне там показалось? Там этот... Я... Да, бастион. Тебе не показалось. Добрый вечер. Майкер очень сильно лагает у Соника на стриме. Отпишись, техподдержку, почему? Скорее всего, проблема с Соником. Как бы тут вообще... Если у тебя лагает один из 300 стримов на ГГ, какой-то конкретный, это, скорее всего, проблема с этим конкретным стримом. Может, он выкрутил колоссальный битрейт. Может быть, у него неправильные настройки. Может, он на Twitch стримит. Ну и, конечно, странно сейчас еще мне в саппорт по этому поводу писать. Сейчас мы стопанем стрим. Посмотрим, что там у Соника. Тем более, вы всегда можете сами на саппорт написать, который собака.гудгейм.ру. Вас выслушают иногда молча, с пониманием проблемы. Как хорошо-то лечит. А груз-то здесь, оказывается. Я увлекся опять. Рейсер казали. Как странно, почему у меня этот шот зарегился, если я был за стенкой. В смысле, красавчик, он же со сплэшем, нет? Так-то лучше.
Герои, восстаньте! Не закрывай. Они возвращаются. А у нас есть какой-нибудь саппорт вообще? Понятно. Я думаю, чё хила-то не хватает? Я готов культовать, кстати. Ну, и тут там на свое усмотрение. Мы как бы едем так это. Да, здесь никого нет, кроме трейсерки вроде как. Монотонно. Хотя вот подходит, подходит, подходит упыри. За что? Ни за что. Бендера-то нет и саппортов, соответственно. Да толку, ты все равно не лечил. Ладно, лечил. Но не всегда. Бендера-то нет. Там тебе Антон рассказывал вообще, как дома капать, когда лечить, в какой момент. Все расписал. Тебя вообще знаешь, какой уровень был бы уже сейчас игры? Так нет же. Даже стрим не включил на заднем фоне. Да что ж вы, ты на меня это самое. Не хочу я сражаться с тобой. Да злой какой-то Рейнхард, он бешеный. Я проиграл. Какой же ты не тимплейн, тебя же попросил человек, прыгай и говори на кого. Да там такой балаган начался. Я попробую. Попробую говорить, на кого я прыгаю. Выдвигаемся. Стрим очень часто буферит на фоне, если играешь, будет тебе лечение через 20 секунд. А, да нет. Если все нормально со стримом, то там задержка 6 секунд где-то. 6-7, если кейфрейм стоит правильный. Так что 20 секунд. Сзади, там сзади к нам заходит. Ох, рипер еще с ультой. Ну, ангела взял им. Так, готово. Снайпер стреляет. Я обновлю. Можно было подальше его поставить спокойным. Герои, восстаньте! Тактическая необходимость. Осторожно! Встань! Пойдем, пойдем нарез по ним. Пустите! Там в спине у нас рипер. Ах! Ульту жми, пишет Blizzard Pro. Все уже прожал. На машину ставь купол, будет перемещаться. Это да, кстати. Там что-то вроде устройства. Так и надо было сделать. Что-то никого здесь нет, да? О-о-о-о. Я к тебе. Как зашафтили-то? К тебе идти? Да-да-да-да. Заходим, готов, ставлю. Да. А, и там бастион. Там бастион. Тачку вести просто и все. И снова бой. Блин. Три минуты у нас есть. Так, на точке никого уже из наших. Обходим слева, да? Ай! На кого я полез? Там ультует Макри наверху с... Ну, в общем, ладно. Справа. Ульта была. Нужно еще поэкспериментировать.
2 минуты 15 секунд. Вы вроде всех убиваете. Ну вот, мне делать ничего не нужно. Ой, там этот ультанул. Ладно, я толкаю сам. Все, все, разбежались, говорю. Нет, их слишком много. Числом взяли, втроем. Сейчас будет мегастрата. Не успел я бастиона из-под тишка разложить. Полз там, полз. Бери блоху, мало динамики. Сейчас можно, кстати, за трейсерку попробовать сыграть. Агент. Да. Разобрался, в конце концов. Миша, где скилл? Нет ответа на этот вопрос. Так, ну все, до последней победы. И спать. Тем более, пацаны уже расходятся. Кстати, уважаемые зрители, либо завтра вечером, либо послезавтра вечером будет трансляция по сайту с большим количеством новостей, нововведений. Поэтому приходите вечерком. Опять же, либо завтра, либо послезавтра вечером. Тот момент, когда ты накрыл крышкой рипера, он никого не продамажил. Случайно. Я не знал, что там рипер. Я не знал, что там... Я зажал две кнопки, которые атаку и щит, и все. Так что... Мои заслуги тут нет. Новых задниц на баннеры завезут? Да нет, вот это вот... Стоп! Стоп, зачитка. Эта попа будет полторы недели радовать взор или бесить. Это уж вопрос, как кто относится. Но я надеюсь, что брендирование нет-нет, да будет появляться на сайте. Но это не в списке новостей. Ни в коем случае. Там будет другое. Фавор говорит, все, я спать. Фавор, ну перестань. Ну последняя игра у нас. Слышишь, куда ты? Прекращай. Не, не хочу трейсеркой. Это не аркады, я тут не справлюсь. 150 хитов. А, надо что-нибудь пожирнее. Немножечко. А прямо можно видеть брендирование в виде задницы? На тестовом сервере уже реализована такая фича, кстати, так что... Так что скоро будет такая возможность на продакшене. Для премиума все что угодно. Отключим рекламу, сделаем опцию, чтобы подключалась она. О, Бендер опять с нами. Я здесь, говорит. Ну хорошо, пойдем с тобой. Ну подходите, гады. Ах он. Ну, Бендер саппортит канонически просто. Как будто пытается реабилитироваться за косяк. Чувствует, он вину свою. Миша, он тебя подкупил. 2к в общей сложности где-то занес. Это не те деньги, за которые я готов продаться. Оборона. Да.
2, красавчик, хорош. Яронайка. Не понял. 2, красавчик просто. Ничего страшного, мне все равно. Огласите прескурант. А ты готов, говорит Неон? Да нет, конечно. Ну, если в Overwatch, там, пустите, вон, посаппортить можно, там. Но... Неон, конечно, вовремя пеку поставил. Так, что делаем? Что делаем, кто у нас? Снайпер есть, 2 красавчика, Бендер саппортит и Макато. Макатао. Макатао за Райнхарта. Бендер прям вот прилип ко мне. Прилип и лечит. Слышишь? Молодец какой. Вы хотите близко принимать? Я не знаю. Я пошел. Бендер за мной. В общем, слово за слово. Все на респе. Ну окей. Вообще, не, идея плохая. Я не спорю. Это экономически невыгодно, да, здесь находиться. Нам, блин, в 4 раза больше бежать, поэтому... Ну ладно, пофигу, давай это... Посмотрим, что из этого получится. Да, да, да. Там нас со спины никто не зайдет? Я ловлю. Двое там заходят. Трейсерка, солдат. Ай. Я думал, отгоражу хотя бы одного. Наловил-то, наловил. Видимо, рокет был сначала еще. А потом выстрел. Где-то кто-то топает, не могу понять, где. Куда же вы без меня? От меня никто не скрывает. А мат на ГГ. Мат на ГГ, да. Это будет новость, конечно. Как он не умер, я не понял. Да блин. Кто там палит-то, я не могу понять. Пара сверху. Хрен попадешь в него. Ну, Бендер лечит. Видно, что старается. Это их задержит. Не знаю, у меня как было, блин, 120 хп. Вот так оно и есть. Да? Ничего не поменялось? Стабильность? Ой, налетели. Стервятники. О, резуректик! Я там морожу кого-то. Кого-то морожу, кого-то не морожу. Ну что-то я тут один на этом празднике жизни. Зачем я там стою? Не знаю. Но ультанул. Underdark что-то вообще односложный какой-то. Давайте соберемся и отобьем атаку. Я чувствую. Бля. Что происходит? Ну ясно. Даже прожать не успел. Минус 3 сразу же. Фара сделала ультой. Жалко. Точку мы сдаем. О. Или нет? Сдаем. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Я готова. Надо было прожать и подхиляться. А не искать аптечку в незнакомых местах.
Бендера бы лучше к снайперу шел, бафать ему. Меня-то зачем? Я и не попаду, и урон у меня меньше. Твою ж медь. Бендер, ты резать там никак не можешь. Я на, блин, как сказать, по центру карты, короче. Чуть-чуть. Стенкой под себя и сверху насыпаю фризом. Да, можно так. Можно так. Можно иначе. Надо попробовать. Снайпер фу его не пропишет за отсутствие хила. Ну, не знаю, кто там за снайпера играет. Так, ультовать уже нет смысла, да? Палево. Мазила. Мазила. 2:20. Груз вроде как. Не-не-не-не-не. Ну нет, не надо. Хорош. Ульту профукал Райнхард. Спасибо пацанам, отвлекли им. Как тебя встретили гранаты, да? Ну, я выжил нормально. Да. Блин, а что они довезли? Не шевелитесь. О, резурект! Я не вижу, правда, кто-то из врагов остался. А, ау, теперь вижу. Ваншот, ваншот, опять ваншот от снайпера. Она одна, кстати, осталась, там одни черепки, тут хопа, и все, и цель подвернулась. Есть мнение, что это тот самый кулер. Да, шутка, видимо, будет еще некоторое время актуальна. На канале. Но сейчас сложно понять. Кулер молчит. Поэтому новые пришедшие могут... Я очень на игре сконцентрирован просто. Да, все серьезно. Блин, меня сейчас макака так зажала. Жуть. Держимся. Последние секунды. Крайне важно. Да они не успеют уже доехать. Тем более минус 2. Минус 2. Правда, снайпер опять настреливает. Нет. Пять, а у него 4 секунды кулдаун у меня. 3, 2. Главное, еще кружочек такой почетный сделал. Собака. Пара рядышком. Кто свой, кто чужой, непонятно. Райнхард влетает. Морозим. Убиваем. Изи. Ну что, хорошо. Я думаю, мы достаточно хорошо подготовились.
Сессия. О, давай посмотрим. Так. Так, начало понятно. Два где? Ну сейчас еще кого-то убьешь. Понял. Бах, бах. Оу! Да, причем он же как бы между выстрелами, да, кидает эту мину. То есть он кидает ее быстрее, чем стреляет. Получается, дамаг-то хороший. То есть тык-тык-тык. Мина вообще, она независимая. Угу. Сама по себе, то есть она... Понял. Хорошо, спасибо тебе за компанию. Ну и, наверное, уже встретимся в воскресенье. Окей. Пока. Тебе тоже спасибо. Да. Давай. Так, пацаны, я пошел. Еще раз хочу предупредить, что... В субботу точно вечером трансляции не будет, в воскресенье тоже не будет трансляции. Вот завтра и послезавтра будут стримы. По один из них стрим по сайту, а вот второй непонятно почему. Главное, не пропустите стрим по сайту, потому что там реально документ... Сейчас я вам покажу приблизительно, что там будет по объему, чтобы вы поняли. Меняемся к лучшему. И там еще не все. О, там что-то про прайм-тайм. Да. Короче, много о чем рассказать. Приходите, будет весело.